Здравствуйте, ребята! Сегодня я вас приглашаю сделать со мной зимнее дерево в технике торцевания. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится плотный черный картон, декоративная салфетка, белые салфеточки, ножницы, карандаш, кисточка, гуашь белого цвета, клей и двойной скотч. Основанием нашей поделки будет плотный лист бумаги черного цвета. Берем тарелочку и обводим ее карандашом. Далее берем ножницы и вырезаем круг. Ножницами мы работаем очень аккуратно, бережем свои пальчики. После берем декоративную салфетку и приклеиваем наше основание к декоративной салфетке. Далее мы берем кисточку, макаем ее в гуашь белого цвета и рисуем ствол дерева. Далее рисуем веточки. Теперь подождем, пока это все высохнет. Далее мы берем двухсторонний скотч, отрезаем квадрат, обрезаем уголочки и приклеиваем к нашему основанию. Теперь берем белую салфеточку, разрезаем ее на 4 части, складываем нашу салфеточку пополам, затем еще раз. После посередине ставим наш карандашик, аккуратненько прокручиваем нашу салфеточку. У нас должна получиться вот такая вот торцовочка. Снимаем верхний слой. Нашу торцовочку втыкаем в подготовленную основу. После этого мы вынимаем карандаш. Каждую следующую торцовочку ставим рядом с предыдущей. Стараемся, чтобы торцовочки плотно прилегали друг к другу, чтобы не оставалось промежутков. Закончили мы делать нашу поделочку. Вот что у нас получилось. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо. До новых встреч.